Наверное, это не будет преувеличением, если я скажу, что в последнее время для многих из нас одной из главных проблем стала проблема хлеба насущного, причем не в фигуральном, а в самом прямом, настоящем смысле. Однако эта проблема в ближайшие день-два должна разрешиться. Долг кондопорскому комбикормовому заводу погашен, мука в Петрозаводск поступила, хлебокомбинат работает с полной нагрузкой. Если, опасаясь нового срыва, мы не станем покупать побольше хлеба впрок, его вполне хватит всем,